Я с большим интересом откликнусь на предложение спеть в дуэте. И думаю, у нас это получится. Здорово. Борьбу за победу в проекте «Перепой звезду» вступает преподаватель сценической речи из Екатеринбурга Татьяна Смирнягина. На сцене дуэт преподаватель и шаман. Я тебя искал долго, падал столько раз вольно, тысячи дорог только видит Бог. Я у твоих ног сейчас. Крепко обниму. Связаны с тобой прочно. Если нужно, я лично за тебя жизнь свою готов отдать. Ты моя целая вселенная, самая бесконечная, гордая и верная. Ты моя целая вселенная, не скажу я не твоя. Ты моя. Кажется мне жизнь я там, если нет тебя рядом. Глотая слез, как бродячий пес, бою без твоей любви. Чувствую тебя кожей, вместе мы с тобой сможем все перенести. Господи, прости. Татьяна Смирнягина! И шаман! Она хорошая! Таня, ты такая прекрасная, ты так изменилась, ты прям Золушка. Ты превратилась в такой цветок красивый, расцвела. Ты как ты себя чувствуешь? Мой текст говоришь? Текст мой, ты и перепутал. Это ты думаешь, что я твой текст говорю. Ты а я уже сказал текст. Свой текст. А пока вы разбираетесь, кто чей текст, Егор Андреевич хотел сказать. Вот это правильное решение. Вот это правильное решение. Я первый раз в жизни вижу живьем нашу звезду. Это классно было, ребят. Реально, вдвоем это было классно. Это было невероятно страстно. И вот за эту невероятную страсть я хотел бы отдать свой голос Татьяне, потому что это было замечательно. Но звезда очень поддерживала тебя. Удачи. Да. Это программа, которая дает шанс показать свои таланты. Называется «Перепой звезду».
Со всей ответственностью заявляю, мне перепеть звезду не удалось. Тань, да все хорошо у тебя, Тань. Умница, ты молодец. Ты мне так понравилась именно сейчас в финале. Я просто хочу тебя поддержать и думаю, что все, кто здесь находится, меня в этом поддержат. Ты потрясающая. Таня, дело в том, что вот мы видели до этого вас в такой... девчонки, рок-исполнительницы, которая рвала здесь всех и вся. И оказывается, это можно делать, будучи в платье. Красавицы, принцессы, не знаю еще как угодно можно назвать. Но самое главное, что энергия и темперамент, с которым вы пришли, вы умудрились его в это обаятельный ваш образ сегодня это как-то совместить. Поэтому я проголосую за Татьяну, потому что действительно сегодня... Молодец. 3-0 в пользу Татьяны Смирнягиной. Лариса Гузеева, пожалуйста. Для меня дуэт сложился. Вы видели друг друга, слышали. Вы пели друг про друга. И вы пели об одном и том же. И это так здорово. Поэтому, Татьяна, не убавить, не прибавить. Вы не просто соответствовали шаману, которого так все любят и так все ждут. Вы... сделали все правильно. Лично меня вы удивили в очередной раз. И поэтому при моем уважении к вам, я, естественно, дам голос Татьяне. И счет становится 4-0. Перед тем, как свое слово скажет Денис Казанский, я бы хотел пройти к группе поддержки. Сегодня Татьяну поддерживает брат. Я, честно говоря, в восторге. Я в восторге. Это... потрясающе. Я, Таня, не знал, что ты так поешь. Это шикарно, очень вдохновенно, артистично. Ты лучше всех, мы тебя очень любим. Спасибо большое. Денис, понимаете ли вы всю ответственность, которая сейчас на вас легла? Что думаете по этому поводу? У меня до сих пор такое ощущение, что в желудке котят утопили. Страшно, что-то происходит. Вот. Но так как мы... все это делаем в первый раз, и мы идем методом не ошибок, а точно проб. И Татьяна молодец. 5-0! 5-0! Именно с таким счетом Татьяна Смирнягина провела этот поединок в финале «Перебой звезду». Перебить этот счет невозможно, но его можно повторить. Это «Перебой звезду», финал!